вас не захватился. Так, Господи Иисус Христос, это еще хуже игра, походу, технически будет, она прям вообще сделана максимально всрата. Ладно, ничего не, не трогаем, захватилось, и слава богу, play the game. Да, она на флеше, что ли, сделана? Лол. Но это первая игра сегодня, которую управляли на D-паде по умолчанию. Вот это в грайм можно было поставить в итоге самостоятельно в этой игре по умолчанию. Балдеж. 2D платформер на D-паде. Балдеж. Нойз. Чекпоинт. Так, вот у нас появилось. Ага. Вот теперь мы можем забрать этот момент. А, то есть когда мы ставим спокойно, у нас восстанавливается энергия. Понял, понял вас. О, нихера себе, мы и врагов тоже делаем так. Вот это да. Вот это да. Не, ну вот это прикольно, что-то она мне даже нравится. Так, вниз уже стрелять мы не можем. Вот это прикольно, кстати, игра, вот это прикольно, мне нравится. Как-то приятно в нее поиграть, но давайте посмотрим, что дальше будет. Вот это как-то приятно, игра заходит. Бля, надеюсь, сегодня не багает микрофон. Вот народу сегодня нет, к сожалению, сказать об этом некому. Но если что, звук вырубайте, смотрите и решайте, что вам она или нет. Блин, прикольно, то есть их можно вот так вот, да? Ай, что я делаю? Опа! Блин, вот это прикольная игра. Вторая сегодня. То есть вчера 2-2, короче, и сегодня 2-2. А, то есть ровно 50% было неплохих игр. И это, я могу сказать, не так уж плохо. Чекпоинт. А, не нормально. Блин, но привыкать к этой самой, это забавно. Ой, блядь, сейчас я умру. Ой.
блин, ну последняя жизнь как такой себе. Ой. Так, а как нам это взять? Ёбаный бот. Так, а мы что-то теряем? А, мы теряли монетку, по-моему. Блин, вот это балдежная игра, вот это прям нравится. Что-то даже как-то интересно. Прям видно, что ее делали, чтобы играть и получать удовольствие, и было для весело. Так, а можно я как-то вот, вот так вот, наверное, да? Вот тут сейчас будет ебанутое место, где прям тяжело монетку собрать. Ладно, нормально, нормально, все три монеты собрали, это заебись. Я так и не понял, как это было правильно подбирать. Но мы собрали все три монеты. Уееее. Таргет тайм минута 20, я за 4 пошел. Ой, это близко. А может не тихо ничего делать? Понял. Ай! О, уже жесткий платформинг пошел. Ладно. Подождите, а еще мне это дает? Я ничего еще не понимаю. Ну будем считать, что вот так оно, наверное, да? Не все я понял сейчас, не все понял этот момент. Еп, твою налево, блядь, сначала висит, да? Тут уже начинается сложнее. Блин, тут дым, что получать вообще нельзя так. Но я все равно буду, потому что я могу не... Ай, бля, ну как так-то? Ёбаный карась, вот что... Да ёбаный насрать, да ёбаный. Да, что-то тяжело становится. Игра прям будет очень жесткая, сложная, мне кажется, дальше. Но лучше играть в сложную, но интересную игру, чем в ублюдки кривые, скучные, вот те параши, которые были. Блядский ты компот. Ну вот что ты за мудак такой? Ну чел, ну ты мудак что ли? Ну ты можешь нормально делать, нет? Спасибо. Чел, ты такой чел, прям, блядь. Баран, блядь. Ну и все, у меня опять зеленый пистолет. То есть я так понял, я это бить не могу, да? Бля, я не понял, как я это должен проходить. Я логику не понимаю разрабов. Я логику разрабов не понимаю в этом месте.
надо научиться проходить. Я не понимаю, чего ты меня хочешь играть. О, чётенько. Чётенько. Блять. Ну почти, почти. Ну уже заебись, прям. Прогресс, прогресс. Так, как вот это говно проходить? Ты же, может быть? Не, я не понимаю, как. Не сразу, да? Понял, понял, все, понял. Молодцы, разрабы, механика есть. Я думал, что нету механики, она есть. Заебись, игра, блядь, сделана хорошо. Вот это хорошая игра, вот это прям хорошая игра, вот это заебись. Это респект таким разработчикам, которые прям продумали. Блять, да загибал ты, мудак! Ты нормально можешь? Бля. А здесь я не понимаю, что мне надо сделать. Я не понимаю, что мне надо сделать. Блять, мудила, ты ёбаный, ты же не коснулся, нихуя ее. Ну чё ты это самое начинаешь-то, ёбаный в рот. Вот так вот. Чё? Ой. Ой, по-моему, я зря это сделал, да? Хотя, ну все, что нам нужно. Ну ты мудак, что ли, чел? Ну ты, блядь, такой чел, конечно, иногда, но ты просто придурок, блядь. Ты такой чел, это просто пиздец. Чел, ну ты просто чел, блядь, реально, вот просто чел. Мне кажется, она нужна. Да, блядки, ты компот, ты можешь себя нормально, блядь, вести, нет? Не понимаю. Я не понимаю, что мне нужно было сейчас сделать. Я Господом Богом Иисусом Христом клянусь, я не понимаю. Вот сейчас я не понимаю. Я начинаю переставать понимать игру. Во-первых, бездарнейшая механика вот этих звездочек, блядь, они дамажат, не дамажа меня, блядь. Я их не касаюсь. То есть это говно надо оставить сзади. Я так понимаю, нам оно не нужно. А если нам. Подождите, или нам. А, нам на него. Бля, как я на него попасть? Подожди, я могу на него попасть? То есть, предположим, я вот так иду. И потом вместе с ним. А-а-а. Блять, оно нам нужно, короче. Так. О, господи, каким-то чудом.
Фу. Ой, бля, я чё так не хочу подбирать эту монетку. Ой, как я не хочу подбирать эту монетку, бля, компот. Ладно, попробуем, но что-то я не... Подожди, а я не смогу что-то купить, да? А, ну да. Ну, короче, да, ценой почти всего хп, блядь. Да еб... Бля, зачем ты спустился-то, ёб твою мать? Чел, ты такой тупой. Бля, ты серьезно сейчас? Охуенно. Охуенно. Ладно, игра ничего была бы, но она слишком доблевотина кривая. Кривизна игры, к сожалению... Она как бы прикольная, интересная, но очень-очень кривая. Очень кривая. Блять, как выйти отсюда? Как выйти, блять, отсюда теперь? Хороший отец. А, было бы неплохо, если бы не было так доблевотина криво. Там есть моменты кривые, реально кривые. Бля, да что ж ты за ёб твою мать-то, а? Закрыть нахуй ее, закрыть, да. Закрыть. Это парашу. Все. За полтора часа отстрелялись. Я считаю, это успех. Лично я считаю, это успех. Фу, сейчас немножко проветрю еще. Прохладнее от этого не станет, но в геншинчик, наверное, я смогу поиграть. Вот. Народу все не будет. Это нормально. Вот. Но на ютубчике может кто-нибудь посмотрит. Хотя бы одна игра, если кому-то пригодится, уже заебись, уже не зря. Я не знаю, зачем я это делаю. Я понимаю, что тупорылые отечественные выблядки не оценят. Им это не интересно, им это не нужно. Тупорылым отечественным выблядкам ничего не интересно и ничего не нужно. То есть это нюанс, который, ну, действительно поражает. То есть этим дебилам действительно ничего не интересно и ничего, блять, не нужно. Но я не унываю, продолжаю, так сказать, нести информацию, потому что кто, кроме меня, будет об этих играх рассказывать. Я думаю, что ни один в России человек не постримит эту игру и не расскажет о ней, а вдруг кому-то будет интересно. Игра прикольная, я бы поиграл еще, но есть некоторые нюансы, вот, поэтому не знаю, сложно сказать. Делаем перерыв. Меняем категорию. Я, наверное, даже перерыв сделаю, прям перерыв, чтобы похавать немножко, держать охоту. Так, все, сейчас приду. Ну, минут через, не, 15, наверное, приду, да, похаваю я, а то что-то прям. Все равно народу нет. Павел отечественные выблядки не оценили. Поэтому, как бы, ладно. Сейчас.